Приветик всем! В продолжение нашей темы создания бантиков из фоамирана мы сегодня будем делать очередной красивый необычный бантик. Для этого нам понадобится два вида фоамирана, обычный и глиттерный. Затем нам понадобятся, конечно же, хорошие ножницы, зубочистка, которой я очерчиваю контур. И также у меня есть вот такой вот макет, который мы сейчас вырежем, и на его основе будем делать наш бантик. Первое, что делаем, вырезаем. Вот две заготовки для нашего бантика. Сейчас будем переводить на фоамиран. Вот, для создания нашего банта нам понадобится три вот такие вот детали. Мы их уже вырезали, подготовили. Теперь будем соединять наш бант. Так, сейчас мы с вами будем его соединять. Для этого нам надо вот здесь на краешек нанести клей. И затем вот так вот, сейчас покажу, вот так вот зафиксировать одну сторону. Затем вторую сторону. И таким образом мы соберем наш бант. Мы с вами берем небольшое количество нашего бантика. Много не надо, буквально капельку. Оно фиксирует хорошо. Так, капельку нанесли. И вот так вот зафиксировали, придерживаем немного. Вот. Теперь берем на эту часть, берем капельку, буквально немножко, и вот так вот фиксируем. Придерживаем, чтобы оно хорошо зафиксировалось. Дальше. Вот здесь небольшое количество. Буквально капельку хватает. Вот так вот фиксируем вот здесь его. Такой вот красивый бантик у нас получается. Ну, конечно же, это еще не все. Теперь нам надо вот этот наш бант приклеить к этой основе из глиттера. Вот так вот. Сейчас мы с вами берем небольшое количество нашего клея, наносим здесь на середину. Затем берем наш бант и приклеиваем. Так вот красиво посередине. Придерживаем. Вот у нас, видите, вот такой вот бантик получается. Но это еще не все. Мы сейчас декорируем вот эту часть.
Мы с вами подготовили вот такой вот небольшой бантик. Сейчас нам надо его закрепить здесь вот посередине. Для этого мы берем все так же, наносим капельку нашего клея. И прикрепляем нашу середину, посередине вот сюда вот такой вот бантик. Придерживаем. Вот так вот симпатично получается, видите? Так, теперь мы последнюю часть закрепляем. Берем мы вот такую вот полосочку глиттерного фоамирана и закрепляем вот здесь посередине. Посередине. Немного клея наносим. Вот так вот фиксируем, придерживаем. Теперь берем с другой стороны также капельку клея нашего и фиксируем. Вот такой вот симпатичный бантик у нас получился. Его можно закрепить на вот такую розовую резинку, и будет замечательная резиночка с бантом. Такая вот красота. Сейчас мы это и сделаем. Будем использовать также клей. Наносим клей. Берем нашу резинку и прикладываем, чтобы она хорошо тут зафиксировалась. Закрепили мы наш бант на резинку, и вот такая получилась красивая резиночка с бантом.